только благодаря Виктории Маклай. Я впервые принял решение еще в школьном возрасте стать капитаном и заниматься как раз исследованием. Я это сделал. Первый вуз, куда я поступил, это был Калининградский институт инженеров морского плавания как раз. И я поступал как раз на факультет штурмана. И это было сделано осознанно, мной было сделано, понимаете? А сейчас, вот работая ректором, я хочу сказать, что я рад, что именно мой жизненный путь прошел и сложился так, как он сложился. То есть он был связан не только с армией, не только с военными, но в том числе я закончил и техникум, и институт, поработал на севере. И понимаю, насколько прекрасна наша земля и как мы мало знаем о ней. Поэтому то, что сделано первыми открывателями, открывателями Антарктиды, открывателями новых земель и формированием новых знаний, я глубоко убежден, и я сегодня все делаю для того, чтобы, развивая институт, развивать новые знания, в том числе в истории таких личностей, как Виктория Маклай. Я вот считаю, что мы должны быть достойны тех людей, которые сделали так много для того, чтобы Россию в те времена знали, а сегодня мы должны отстаивать и приумножать нашу страну.